Василий 6, Мария, Мария, Николай. Так, Роман Василий 6, Мария, Мария, Николай, да? Да-да. Большое спасибо, приветствую. Роман Василий 6, Мария, Мария, Николай, здравствуйте. Спасибо, с уважением к вам. С уважением к вам, Белгородщина, уважаемый радиолюбитель. 9 баллов, пятерка, девятка. Чисто средними частотами, я в основном по микрофону, чуть-чуть так на завышение. Ну, привел шикарно, привел передачу, 20 децибел. Слава вас приветствую, три маркета речи, это село Строки, Московская Долгая. Железнодороги, прием. Слава Вячеслава, здравствуйте, добрый вечер. Радио Ютриненайда. Радио Василий 6, Мария, Мария Николаевна. 5+25, громко, качественно. Звуков Александр. Да, какой у вас стал прием? Да, Саша, значит, Саш, ну, я могу тебе сейчас немножко так растяну на некоторую минуту. Значит, был район Борис-Ольга-15. Был район Борис-Ольга-15. У нас здесь было практически, хотя я и прописан в городе Губкине. Значит, и в основном давали три радиолюбителя. Это Зоя-Зоя, работал Саша, значит, Сергеевка, и работал позывной был Володя, Зоя, Павел Щука, Бобровы дворы. Вот. И мой был позывной Роман Анна Тройка, Зинаида, Федор Ильин. Это был район Борис-Ольга-15, который давали все вот эти именно районы, мы бы относились к Губкинскому району. В основном вот три корреспондента, которые давали Борис-Ольга-15. Это в основном уже там все уже отмечают. Радиолюбители это двадцатка, сороковка, там десятка, нет, пятнадцати, все диапазоны. И потом, значит, район присоединили. Так, не могли понять. Район взяли, присоединили, значит, Губкинский район, вроде бороду. И этот Борис-Ольга-15 убрали. Сейчас Борис-Ольга-05. Поэтому для вас, если интересно, Борис-05. Пожалуйста, пишите прямо. Хотите спорить? Спорьте аргументированно. Я что, против? Так задал простой вопрос. Все под лавкой. Нормально, нет? Я мне некогда, я больной, мне некогда, я не могу на этот. Да ты не ответишь на него, RX3 Ольга. Не ответишь. А вот потом послушаешь, как я отвечу. Две большие разницы будут. Ну хорошо. Хлопцы, не будем о грустном. Так, сделайте С. Олег, тебе, Майк.